Ты умеешь завязывать шнурки? Никак нет. Ты хоть раз в жизни завязывал шнурки? По-армейски нет. А чем отличается по-армейски и не по-армейски? Да, по-армейски нужно через дырочки просовывать. Через какие дырочки? На ботинках. Нет, вот все, ты просунул в дырочки. Потом шнурок ты можешь завязать? Так точно. Завяжи. А что у тебя с ремнем? Я свой потерял, и мне дали этот. А где ты его потерял? В изоляторе. А что ты в бляху его не просунул? А где твои шевроны? Сдал. Кому? Нет, вы их не сдали. Где ваши шевроны? У меня у куртки замок сломался, и мне дали на замену эту. А шевроны где? Я не знаю, что такое шевроны. Вот, на липучках прилепляются штучки. Я их сдал вместе со своей одеждой и забыл отклеить. А куда вы одежду сдали? Я сдавал ее человеку. Человеку, да, сдавали? А где ваши перчатки? В карман. Они в той куртке. А как вы сейчас пойдете без перчаток? Мне не холодно. А сколько вам лет? 19. На чем вы на гражданке занимались? Учился. На кого? На программиста. А чего вы шевелитесь, когда с вами офицер разговаривает? Я не знал, что нельзя.